Возраст участников от 6 лет, ограничений нет. С каждым годом этот вид спорта становится все популярнее в России, Краснодарский край не исключение. Сочинских спортсменов считают одними из лучших, результаты говорят сами за себя. Недавно в составе сборной Краснодарского края сочинцы завоевали 3 медали на первенстве России. На этом турнире тренеры рассматривают ребят для их дальнейшего участия в ближайших чемпионатах. С каждым годом растет уровень спортсменов, поэтому с каждым годом становится все интереснее смотреть. Появляются новые ребята, на которых делаются ставки, и у нас достаточно много новичков, много неожиданностей. Хорошие ребята, я надеюсь, что они будут показывать себя в дальнейших соревнованиях уровня России. Мы как бы все работаем на то, чтобы наш Краснодарский край был представлен на чемпионатах и первенствах России. Что же касается сочинцев, то в национальной сборной они чувствуют себя неплохо. В конце октября в ее составе на чемпионате мира в Китае наши земляки показали отличные результаты. Сочинцы завоевали 3 медали – 1 золото и 2 серебра. Алена Дмитрюшкова тоже принимала участие на чемпионате мира, заняла 7-е место, но на этом останавливаться не собирается. Признается, 7-е место далось с боем. Я участвую на чемпионате мира первый раз. Было, конечно, очень сложно. Очень было много китайцев. И судили только китайцы. Большая конкуренция была, и было сложно выступать. Я сделала хорошо, но я хочу добиться большего мастерства и в дальнейшем стать тренером. Уже скоро сборная Краснодарского края будет бороться за кубки и медали на первенстве в России. Участников отберут по результатам нынешнего турнира. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.